у закарпатцы там любят держать активы ближе к себе. 15 годовых в гривне, минус налог, ну, не очень. Я такого от предыдущих кабинетов министров не встречал. Отож, шановні читачі, у нас в гостях сьогодні доктор економічних наук, керуючий партнер Capital Times та ідейний натхненник проєкту HACS Ерік Найман. Ерік, доброго вечора. Добрий день. На це інтерв'ю нас спонукала ситуація в Україні, яка склалась на сьогодні. А саме це пандемія коронавірусу з одного боку та світова економічна криза з іншого. На Закарпатті ця ситуація взагалі ускладнена ще й тим, що в зв'язку з близькістю кордонів з Європою у нас дуже багато заробітчан та людей, котрі повертаються з заробітків транзитом через Закарпаття. Тому ми сьогодні поговоримо трохи про економіку, світову економічну кризу, коронавірус та інвестиції. Але давайте для початку поговоримо саме про Закарпаття. Ерік, можете сказати, чи багато серед ваших клієнтів саме закарпатців? Прошу. Ні, навіть якщо є, ну от серед там самих состоятельних точно нет, у кого мільйон плюс, кого я в wealth management обслуживаю, а серед до мільйона, не знаю, не в курсі. Надо ребят спрашивать. По-моєму, нет пока клієнтів в Закарпатті. Як ви вважаєте, а чому так? Скорее всего, сказывается где-то и различие в такой, как померкованность, там, вот, вот немножко мое впечатление, закарпатцы больше такие домовитые и меньше готовы к каким-то глобальным там, покупке акций, облигаций, что оно где-то там далеко, закарпатцы там любят держать активы ближе к себе. Так. Так, зрозуміло. І дивіться, от до наступного питання. Ці от багато заробітчан, вони коли повертаються додому, то привозять валюту. Потім, можливо, вони неправильно або не зовсім правильно нею розпоряджаються. Що би ви порекомендували цим людям, якщо бажають не тільки проїсти зароблені гроші, або відкласти їх, хочуть зберегти і примножити? Як ви думаете, що їм найкраще буде? Что сейчас предлагает Украина для того, чтобы сохранять, накапливать сбережения и тем более инвестировать? Традиционно недвижимость, но недвижимость в Украине обладает одним большим минусом. У нас негативная демография. И негативная демография – это всегда плохо. Ну, окей, ты построил эти дома, квартиры, офисные центры, более-менее неплохо демографически развивается Киев, потому что переезжают с других регионов, нейтрально, с небольшим плюсом, это Одесса, Харьков, ну вот уже даже Львов, уже под вопросом, а тем более меньшие населенные пункты, ну здесь уже начинается проблема. Но в Киеве, вот даже покупать квартиры в Киеве, строят, особенно в прошлый год показательный был, строили больше, чем был спрос. В результате цены в долларе выросли только потому, что гривна укрепилась. Но когда считаешь в гривне, то оно на самом деле ничего не подорожало. Сейчас гривна девальвируется, и цены в долларе опять снизятся. Поэтому удается ли накапливать в квадратных метрах, вот в кирпичах условных, ну так, тяжеловато. Это очень мягко, я скажу. Даже аренда. Ну как, покупаешь квартиру, сдаешь в аренду. Идеально, если получается 10% годовых. Но так это в гривне, реально. Ты можешь даже сдавать ее за доллары, но если идет девальвация, к тебе приходят и требуют более низкую ставку. Поэтому реально это доходность все-таки 10 годовых в лучшем случае, а в худшем случае это 5-6 годовых. Для гривны это очень мало. Поэтому кирпич, недвижимость, это может быть хороший актив, но если подешевее, вот сильно подешевее, это может стать интересно. Только в таких условиях, значит, здесь это скорее спекулятивная составляющая, чем вообще неинтересно.
принципі. В валюті це 0, в нормальних банках в гривні 15 годовых, в гривні мінус налог, ну не дуже. ОВГЗ в прошлом году было очень интересно. ОВГЗ это гособлигации Украины, но это опять было, опять же спекулятивно. Ну то есть любой актив ты покупаешь, который в Украине, проверяется же очень просто. Вы купили что-то и представляете, вы попали в кому на 10 лет. И через 10 лет очнулись, и вот что с вашим активом, он сохранится или нет? Вырастет ли он в цене? Не своруют ли его? Вот Украина для меня всегда нужно наблюдать, контролировать, что тут происходит. Ты не можешь расслабиться по всем активам. То есть это спекулятивно. Иногда Украина позволяет зарабатывать деньги. Но это вот зашел, заработал, вывел. Ждешь опять хороший момент. Поэтому я лично сберегаю деньги в США, я храню деньги в США. Я открыл счет у Interactive Brokers, это крупнейший американский брокер. Для как сравнения, у него кредитный рейтинг лучше, чем у Credit Suisse швейцарского. У него капитал, его личный капитал больше 20 миллиардов долларов. У него госгарантия США от 500 тысяч долларов. Ну, то есть там по уровню безопасности он превышает большинство даже швейцарских банков. Ну и США для меня является более безопасной страной, потому что доллар по-прежнему это мировая резервная валюта, у них по-прежнему самые сильные вооруженные силы, ну, то есть это страна номер один. И плюс они еще дают возможность зарабатывать на инвестициях. Ну то есть по параметру ликвидность, в любой момент можно деньги оттуда вывести, вот, через 24 часа они здесь. Надежность максимальная и доходность. Средняя доходность, вот очень простая цифра, средняя историческая доходность инвестиционного доллара, вот когда вы инвестировали, и вот на те же 10 лет, например, 8-9 годовых в долларе вы получаете. Такого сегодня ну, вообще никто не дает, только спекулятивно еще где-то можно искать, но вот с точки зрения инвестиций это сейчас самое лучшее место на этой планете. Добре, можемо перейти до наступного такого питання, якщо ми вже про заробітчан почали говорити. Є категорія, котрі привозять незадекларовану валюту, тобто готівку, налічку. Це в майбутньому ускладнює можливість її офіційного інвестування за кордон. Що ви можете порекомендувати саме ці категорії громадян? Можливо, депозит, чи житлова нерухомість, або нежитлова? Ну, смотрите, сейчас пока не спрашивают за источники происхождения средств. Я видел законопроект о налоговой амнистии, там вроде бы до 50 тысяч долларов, если сбережения, то не будут спрашивать, вы просто задекларировали, и все. Но если вы положили деньги в банк, у вас банк может спросить, откуда вы их взяли. Если вы хотите купить ОВГЗ, у вас тоже банк спросит, откуда вы взяли эти деньги. Если нет налоговой декларации, то будет нехорошо. То есть какой-то должен быть источник. Продали недвижимость, окей, работает. Продали машину, тоже работает. Подали налоговую декларацию, в которой есть какие-то доходы, это тоже работает. Других источников происхождения денег сейчас нет. Купить квартиру сегодня пока не спрашивают, а за какие деньги вы ее купили. Но никто не гарантирует, что этот вопрос не зададут завтра. Я все-таки надеюсь, что этот вопрос не будут задавать, но теоретически его могут задавать. По крайней мере, вот такая практика сегодня есть. В Англии, в Швейцарии много людей, которые покупали недвижимость, например, в Лондоне, у них сегодня спрашивают, а за какие деньги вы ее купили? Если человек не может показать, то там начинаются очень неприятные вещи. Украина пока отстает во всем этом, но это может произойти. Поэтому я рекомендую уже сейчас озаботиться. Ну, идеальная ситуация, например, вы сделаете себя или там, своего родственника ФАПом,
заплатите 5% от суммы и будете спать спокойно. Ну, это хотя бы если сумма ваших потенциальных инвестиций там, 10 тысяч долларов, хотя бы. Если меньше, то и у вас особо-то вариантов ну, не во что сберегать, вы просто будете их там, просто держать либо наличкой. Что даже в банке, ну, в банк, если 1000-2000 долларов, банк какая-то такой не спрашивает. У них обычно вопросы начинаются там, ну, от 10 тысяч долларов, эквивалент иногда чуть меньше, там, иногда 5-7 тысяч долларов тоже могут спросить. Зрозумів, дякую. Наступне про економіку. Дивіться, у зв'язку з коронавірусом і ажіотажем таким навколо цієї проблеми, наші читачі скаржаться на підвищення цін. Однак, коли ми спілкуємося з рітейлерами, як у приватних бесідах, так і під час інтерв'ю, вони нас запевняють, що не перевищують свою докризову норму прибутку. І посилаються на оптових постачальників, а ті, в свою чергу, на виробників. Тож до вас питання як до експерта. Хто в цій, ситуації винен, що так от сталося з цінами? Ну, є проблеми з логістикою, це всі розуміють. Мені зараз передають, що там на таможні зовсім не дуже добре. І, звісно, всі карантинні міри, які є і в Європі, в Азії, вони зараз майже ушли на нуль, але от Європа логістично такой легкий коллапс переживает. Естественно, товары на складах постепенно вымываются. Я думаю, что все-таки некое увеличение маржинальности произошло, в том числе и у ритейла. То есть они воспользовались ситуацией, ажиотажным спросом и подняли цены на очень многие виды продукции. Это и в Киеве то же самое произошло, особенно все, что касается импорта. Понятно, что немножко и доллар подорожал. И это тоже негативно для импорта стало. Ну, я думаю, что вот товары первой необходимости и продукты питания, они в наибольшей группе риска по росту цен находятся. Мы будем покупать там, туалетная бумага, мыло, стиральный порошок, обычные продукты питания. Это все будет дорожать. Более того, могут появляться, ну, если проблемы с карантином глобально не будут быстро сниматься, то могут появляться дефицит там, кофе, дефицит чая, ну, дефицит каких-то импортных товаров. Я пока не вижу для этого больших оснований, потому что в том числе в Украине планируют в самом конце апреля или в начале мая смягчать карантинные меры. Европа уже начала потихоньку смягчать карантинные меры, поэтому логистика начнет опять работать. Но вот определенные проблемы у каких-то товарных групп могут возникать. Поэтому я вначале, еще месяц назад я всем рекомендовал делать товарные запасы. Я сам закупил все, что можно было закупить. И сейчас уже просто возобновляю эти свои складские запасы на товарах первой необходимости. Так, дякую. Це зрозуміло було. Ще ми також знаємо, що недавно вас запросили в Комітет по економічному розвитку, з чим вас, власне, і вітаємо. Також з деяких джерел відомо, що його засідання будуть проходити приблизно раз на 3 місяці. Як ви вважаєте, чи такий темп засідань є достатнім в сьогоднішній економічній ситуації в Україні? Ні, ну, на зараз заплановано, що будуть проходити ці совещання раз в 2 тижні. Предыдущее было на прошлой неделе, следующее будет на 24 апреля. Я вот сегодня получил документы на рассмотрение, проанализировал, уже задал некоторые вопросы в секретариат. В целом, вот сейчас подготовлен очень большой в кабинет министров, там 74 страницы, документ, который затрагивает практически все сектора экономики, в том числе жизнедеятельности, очень разумно все выглядит, очень все грамотно, они пользуются там, не только там, экспертной думкой, но и там, привлекают много еще там. То есть
борьбе с экономическим кризисом и коронавирусом принимает участие очень широкий круг такой мозгов. И вот я прочитал все, что там было написано сегодня, там все эти 74 страницы, все очень, очень разумно, поэтому Кабмин осознает проблемы, которые порождает в том числе сам карантин. Пока не буду оглашать, там, что было написано, потому что у меня нет на сейчас разрешения это публиковать, делиться, но все, все очень разумно. Поэтому я думаю, что нам полегчает. Как это дуже добре, якщо таке да, оптимістичне. Там, там сейчас, да, вот где-то на самый конец апреля уже запланировано изменение карантинного режима. И там большие кредитные каникулы, вливание денег, прямая поддержка бизнеса, населения. Все очень разумно. Тобто, дивіться, ви сказали, що чимало людей зайняті в цій комісії, в цьому комітеті. Який має бути результат роботи комітету, власне? Це повинен бути в формі звіту в Кабінет міністрів? Чи, можливо, це будуть проекти законів чи постанов, які будуть подані на розгляд у Верховній Раді чи у Кабінет міністрів уряду? Смотрите, у нас є право давати предложення в Кабінет міністрів на розглядання. Я от сьогодні три предложения від інших членів комітету прочитав. Как обычно, всегда есть некие спорные моменты, но для этого и создается большой мозговой штурм, think tank, когда из разных мнений появляется какая-то истина. Отдельно наша задача – это проверять, грубо говоря, на вшивость идеи, которая рождается в кабинете министров. Поэтому я им сегодня задал вопрос. Пару вопросов задал, которые мне не очень понятны, которые я бы хотел, чтобы они разъяснили. Но самое главное, там больше, ну, это больше именно как проверка на вшивость. Они, там, то, что я увидел, они не полагаются на нас, они сами проводят очень хорошую работу. То есть они ее провели, вот она есть. И они получили не только от комитета информацию, ну и от других участников рынка. И вот то, что я видел, это консолидированное мнение от бизнеса, от крупного бизнеса, от мелкого бизнеса, от банковской системы, от аналитических центров, от частных экспертов, которые представляют хорошую и экономическую, там, и неэкономическую мысль. Поэтому я такого от предыдущих кабінетів міністрів не встрічав. І так, це дуже добре, так, що фахівці своєї справи працюють саме в цьому місці, в цьому комітеті. Ерік, можете розповісти нам вкратце о своєму проєкті HACS? Ми знаємо, що він якраз орієнтирован на маленьких і середніх інвесторів, яких в Закарпатті, думаю, можна знайти. От так, по пунктам, якщо можна. Ну, я это называю инвестиционный депозит, и ключевое – это, с одной стороны, IT-решение, потому что я туда вложил все свои мозги, все свои знания, а я работаю в этом направлении с 92-го года как аналитик, с 95-го года инвестирую и торгую на глобальных финансовых рынках. Поэтому опыта больше 25 лет уж точно такого практического опыта. При этом, в том числе, опыт, в основном-то я работаю с миллионерами и больше. Вот это. Но мне удалось найти качественное решение для небольших инвесторов. То есть практически они могут получить тот же самый сервис, как и самые богатые люди. Чуть-чуть меньше возможностей, потому что, ну, маленьким инвесторам мы не рекомендуем покупать индивидуальные акции. Потому что, ну, мало ли что случится там с Tesla или с Microsoft. Хорошие компании, но это высокая зависимость. Есть более устойчивые решения для небольших счетов. Плюс отдельно деньги находятся на вашем счету. То есть это ваш счет, к
которые вы подключаете просто к нашему советнику, к нашему роботу, и все, и можете в любой момент отключить, можете в любой момент забрать деньги, там, если нужно там, купить дом или на лечение, или на обучение, нажали на кнопку, через 24 часа деньги у вас на счету. То есть мы с ними ничего не можем сделать, там, забрать или вот что-то. Это очень высокая степень безопасности. Но это самое правильное решение, потому что зачем наши риски брать, там, перекладывать на вас, не имеет никакого смысла. Да, это, кстати, ключевая разница между банком и нами. Когда вы отнесли деньги в банк, это теперь уже не ваши деньги. Это уже долг банка перед вами. То есть здесь вы покупаете в США, у крупнейшего американского брокера, с госгарантиями США, покупаете лучшие активы этой планеты. И это акции, недвижимость и облигации. Три основных класса активов. Это американская недвижимость, это американские гособлигации, и это американские акции, там не только американские, это глобальные. И оно обанкротиться не может, потому что в базе лежит очень простая идея, которую я в 2008 году еще разработал, и там, в двух книгах у меня про это очень подробно написано. Просто в 2017 году мы только это запустили, когда в Украине разрешили инвестировать за рубеж, наконец-то, украинцам. По там, 100 тысяч евро в год каждый украинец может сегодня легально абсолютно инвестировать за рубеж. Очень простая идея. Есть активы американцев. Активы американцев сегодня в сумме составляют 120 триллионов долларов. 120 триллионов. И среднегодовая доходность за 100 лет 8-9 годовых. И что еще? Чем больше денег печатает ФРС США, тем больше ваш доход. Потому что в конечном итоге все деньги, которые они печатают, оказываются в активах. То, чего сейчас все боятся, что будет инфляция доллара, так она в первую очередь будет не в кофе, не в чае и не в шоколаде. Она будет в активах. Потому что вот сейчас американцам дают там, по 1000 долларов. Каждому американцу спасают от кризиса. Что делает американец? Он идет в магазин, покупает продукты, он платит арендную плату, ну, он тратит эти деньги. Ему дало правительство, он их потратил. Где оказались эти деньги? В бизнесе. Потому что бизнес произвел то, что купил американец. Поэтому в итоге, в любом случае, деньги оказываются в бизнесе. И там корреляция, ну, один к одному практически. Просто вот они напечатали, активы подорожали. И, ну, то есть, за... Вот мы инвестируем в базе по той же структуре, как инвестируют американцы. Убить это невозможно, потому что это нужно уничтожить США. Там, ядерными какими-то бомбами закидать США, может быть, тогда, ну, тогда ничего не поможет, в моем понимании. То есть, если убить США, то ничего не поможет. Это... И за вас самый сильный центральный банк планеты, ФРС США, за вас вооруженные силы США, за вас вся IT-мощь, потому что если на улицах начнут ездить автомобили без пилотов, без водителей, кто будет владеть технологией? Конечно, американские компании. Кто владеет технологиями интернета, там, Big Data? Конечно, американские компании. То есть в конечном итоге все создается, всем сегодня владеют американцы. Так я лучше буду владеть частью, вот ровно вот. Ну, причем наша задача — это еще там увеличивать долю. Потому что сейчас у нас мы всего управляем 120, больше 120 миллионов долларов. Из них в ХАКСе сейчас порядка 250 клиентов и где-то 12 миллионов долларов. Ну и каждый месяц подключается порядка 40 клиентов. Мы только в прошлом году начали продавать уже агрессивно. И получается, чем хуже в Украине, тем больше у нас клиентов. Ну, а чем больше денег будет в Украине, тем опять у нас, ну, то есть у нас такая беспроигрышная ситуация, потому что мы как глоток свежего воздуха для людей, потому что в банках в украинских хранить опасно и невыгодно, в украинских ОВГЗ опасно и невыгодно, недвижимости, ну, сколько можно этой недвижимости, ну, поэтому у нас сейчас альтернатив в Украине нет. Я надеюсь, может быть, появятся конкуренты через пару лет, но к этому моменту мы будем
так далеко, что у меня вот в одной Украине стоит задача больше 100 тысяч клиентов получить. Ну и, конечно, меня вообще-то рынок интересует США и Европа. То есть там больше клиентов, там больше денег. Поэтому для нас Украина – это ключевой рынок на сейчас, но то, что мы сделали, это лучшее мировое качество. Потому что тут как у меня принцип, либо делай как для себя и лучше, чем для других. Или... Ну, кстати, у меня базис, почему же в том числе, что я занимаюсь активами своей семьи. То есть я управляю активами своей семьи. Если со мной что-то случится, моя семья не умеет управлять активами. Поэтому мои активы, в том числе в Хаксе, не как бизнесмене, а именно как инвесторе. Я знаю, что вот они будут там находиться, и неважно, в какой стране мира они будут работать или жить, с ними все будет хорошо. Они будут... что их никто не обманет, и никто там лапшу на уши не навешает, и они не потеряют свои деньги. Так, ми також сподіваємось, що після інтерв'ю довіра збільшиться закарпатців, і серед них, власне, кількість клієнтів ваших, сподіваємось, що вона зросте. Дивіться, ви розповіли нам про закордонні інвестиції. Зараз в телеграм-каналі, чимало телеграм-каналів, які саме присвячені цим інвестиціям, порушувалось питання щодо оподаткування коштів із цих закордонних інвестиційних рахунків. Є проблема в тому, що в українському податковому кодексі є дві статті, які по-різному трактують розрахунок інвестиційного доходу і прибутку. Власне, з цим і питання. Чи має Ерік Найман бачення того, як має розраховуватись і оподатковуватись інвестиційний дохід? І чи може він запропонувати ці зміни відповідальним особам? Первое. Американцы не дают информацию в Украину об остатках и о том, что там происходит, и о доходах. Они на самом деле никому не дают эту информацию, ну и тем более Украине, потому что мы еще не подсоединились к международной сети по обмену налоговой информацией. Второе. В украинской налоговой на сейчас нет методических рекомендаций о том, как облагать налогами. У них есть несколько консультаций письменных, у них есть несколько писем, которые друг другу или противоречат, или пишут одно, но в самом конце пишут, что все, что написано выше, это просто наше мнение, поэтому если у вас есть индивидуальный запрос, то пишите, и мы на него персонально ответим. Понятно, тут появляется и коррупционная составляющая, не самая хорошая. Поэтому мы консультируемся с ведущими аудиторами Украины, это Deloitte, Ernst & Young, KPMG и Pricewaterhouse, большая четверка. У них тоже расходятся мнения о том, как облагать налогами. Мы подали, ну и не только мы, и там, наши коллеги по индустрии подали предложение налоговую об изменении, внесении изменений в кодекс, в уточнение, как нужно более правильно уточнить этот аспект, хотя даже методические рекомендации были бы достаточно. Я трактую, есть два подхода. Можно облагать налогами доходы, можно облагать налогами прибыль. И вот негативная трактовка налоговой, а мы будем облагать налогами доходы. Но даже доход, а что является фактом получения дохода? Обычно это факт получения вами денег или товаров, или услуг, что вы что-то просто так вот получили. Например, если вы получили от кого-то подарок дорогостоящий, по-хорошему, вы должны его задекларировать, потому что это подарок. В налоговом кодексе написано, должна быть подарок выше какой-то суммы, сейчас точно не помню. Ну, получили в подарок, не знаю, iPhone, наверняка с него нужно заплатить 20%. Получение денег
Если вы инвестировали туда, там не банковский счет. Вы торгуете, пока деньги крутятся там в обороте, и вы не возвращаете их сюда, у вас нет факта получения дохода. Вы не получили доход. Но даже если вы инвестировали туда и вернули свои деньги, в назначении платежа написано «возврат собственных средств». Там не написано «зарплата». Там не написано «доход от ценных бумаг». Этого нет. Там «возврат собственных средств». Налоговая не может это идентифицировать как доход. Но даже если они спросят, а это же был там, а почему вы получили назад деньги, вы показываете, вот я их отправил туда, 10 тысяч долларов, вот я их назад получил, эти 10 тысяч долларов. Где доход? Тут дохода нет. Я отправил 10 тысяч, вернул назад свои 10 тысяч. По платежкам оно так выглядит. Вот если вы вернули назад 12 тысяч, тогда с 2 тысяч, конечно же, нужно заплатить налог. Но к тому времени у нас и клиенты подают уже, вот этот год уже будет третий, но в предыдущие 2 года клиенты подавали, мои сотрудники, которые тоже имеют там счета, тоже подавали налоговую декларацию. Кто-то подавал, кто-то не подавал. Кто-то не подавал только потому, что ничего оттуда не возвращал. Кто-то возвращал, но вносили в налоговую декларацию, налоговая принимала, там, никаких вопросов по налогообложению дохода не было. Платил только с прибыли и все, и ни центом больше. Поэтому мы, конечно, работаем над этим вопросом. У нас сейчас и готовятся там, и внутренние IT-решения даже. Для некоторых, может быть, будем оказывать платную услугу. Но, к сожалению, платную, потому что там, бегать по налоговой это все-таки стоит какое-то время и силы. Но она не будет там зашкаленная по цене. Что мы будем от имени человека подавать налоговую декларацию, уже подкрепившись определенными документами. Так, зрозуміло. І от на завершення вопросы от наших читателей. Смотрите, мы недавно опубликовали материал о том, что европейские страны нуждаются в наших украинских заробітчанах и даже готовы выслать чартеры за ними. Как вы считаете, как Украина должна поступить в этой ситуации? Ну, я считаю, что Украина не должна держать там наручниками украинцев. Если действительно в мире есть спрос на украинскую рабочую силу, и ее там не обижают, условно говоря, ей платят, люди должны иметь возможность туда выехать и зарабатывать деньги. Сейчас зарабатывают деньги 3 категории украинцев. Первая – это моряки, которые работают по контрактам. И у моряков сейчас проблемы, потому что морской транспорт или встал, или очень сильно ограничил свое перемещение. Круизный транспорт вообще встал, просто мертво. Поэтому у моряков сейчас поступлений там, не шибко-то много, к сожалению, будет. Айтишники. Айтишники – хорошая, высокооплачиваемая работа. Большинство из них живут и работают в Украине. Но у них тоже немножко сейчас сократится поступление. И третья категория – это наши заробитчане, которые в основном работают на Западной Украине. Там вот Польша, Италия, Португалия и так далее. Традиционная Европа. С этими людьми сейчас некая проблема, потому что в первую очередь карантинные меры в Европе, то есть это проблема внутриевропейская и меньше рабочих мест. Но кризис рано или поздно пройдет, и то, что я сейчас вижу, все равно есть много видов работы, на которые они будут нанимать украинцев. И я думаю, что слишком быстро это не произойдет, но думаю, что где-то к осени в Европе опять появится достаточно высокий спрос на украинцев. Может быть, чуть раньше, я надеюсь, что чуть раньше, но основной спрос, я думаю, все-таки к осени он только будет появляться. Поэтому сейчас украинским заробитчанам, которые вернулись из Европы, я рекомендую там не шиковать, не как экономить деньги, чтобы попытаться хотя бы до осени. Потому что есть еще и плохой сценарий, если опять какой-то карантин усилится, то опять Европа будет закрыта
аж, может быть, до лета следующего года, либо будет привлекать, но это будет единичный случай, там, 1000 человек, 5000 человек, но это не будет 1 000 000 или 2. Ну и понятно, что на какие виды работ. В основном эти работы будут связаны в секторе продукты питания и агросектор, дорожные работы и инфраструктурные проекты. И сейчас в дорожные строительные работы будут вливаться огромные деньги, триллионные деньги и в США, и в Европе. Инфраструктура требует там тоже обновления, они будут за счет этого поднимать национальную экономику. Ну, кстати, в Украине тоже будут расширяться инфраструктурные проекты, и спрос на строительные специальности в Украине будет расти, но я думаю, что ближе тоже к или август-сентябрь, или чуть-чуть позже. Но сейчас вот одна из мер поддержки национальной экономики в Украине – это в том числе инфраструктурные проекты. Да, спасибо за этот инсайт. Мы тоже надеемся, что это будет именно так. И последний вопрос на сегодня. Сегодня президент Зеленский должен был представить нового главу облгосадминистрации Закарпаття. Это не было сделано, но аспект нас интересует больше экономический. По мнению Эрика Наймана, сегодня кем в большей степени должен быть губернатор любой области? Это должен быть силовик, экономист, медик, политик, хозяйственник или кто-то еще? Ну, на мой взгляд, хозяйственник в первую очередь должен быть. Потому что, ну, чисто экономист, а зачем? Сейчас нужно засучить рукава, разбираться с конкретными бизнесами, просто, ну, вот как бы я поступал. Кто основной налогоплательщик? Список. Кто основной работодатель? Список. Какая структура экономики? Крупный бизнес, средний бизнес, мелкий бизнес. Список. Какие основные проблемы по каждому сектору экономики? Потому что мое понимание, ключевое сегодня, ключевая задача местной власти – обеспечить сохранность рабочих мест. Людей должна быть работа. Это ключевое. Но при этом соблюдением социального дистанцирования, так называемого, то есть обеспечение достаточным необходимым количества тестов, изолирование, быстрое изолирование потенциально там, зараженных людей, очень строгие меры по гигиене. Но начинать нужно с рабочих мест, потому что вот один из вопросов, который сейчас обсуждается, я в самом начале, когда еще вводился жесткий карантин, сразу сказал, что карантин убьет больше людей, чем коронавирус. Сейчас эта мысль является основным лейтмотивом не только в Украине, на самом деле, а это и Европа, и США. Все понимают, что без перезапуска экономики мы получаем миллионы безработных. Вот сейчас в США безработица, там, 22 миллиона уже безработных. Уже 22 миллиона. Это больше, чем каждый десятый в США сейчас безработный. Но безработица же порождает это депрессии у людей, это увеличение риска инфарктов, у людей просто где-то может не хватать денег на элементарные медикаменты или на какое-то здоровое питание. То есть людей от высокой безработицы умрет больше, мое понимание, чем от коронавируса. Поэтому, конечно же, нужно обеспечить здравоохранение, но у людей должна быть работа. Если люди будут сидеть безработными, толку нам от того, что мы будем здоровыми. Мы умрем просто находясь дома. Потому что для того, чтобы находиться дома, у нас должны быть продукты питания, у нас должны быть предметы первой необходимости, у нас должно быть электроэнергия, интернет, водоснабжение, газоснабжение. Нам уже сегодня нужно готовиться к зиме. Хорошо, очень много газа в Украине, но газ – это одно. У нас сейчас посевная идет. Ее нужно провести максимально качественно. Нам нужно обеспечить страну продуктами питания, причем разнообразными.
не только клубника, не только огурцы, помидоры и яблоки, но это и фрукты, это овощи, это картошка, это зерновые, подсолнечное масло, то есть чтобы у нас разнообразное, чтобы даже если будут проблемы какие-то с логистикой, у нас все равно останется разнообразное здоровое питание. Поэтому ключевое для требования для любого руководителя местной власти сегодня это рабочие места. И, конечно, здравоохранение. Ну, для Закарпатья это в том числе границы, конечно. Это в том числе жизнедеятельность как пограничного региона. Понимаешь, что все-таки это, что вы пограничный регион, и это тоже накладывает свой отпечаток очень значимый, в отличие, там, например, от Житомира. Так, ми дякуємо, Ерік, що ви знайшли час, аби поговорити з нами. Ми будемо раді бачити вас в Закарпатті, запрошуємо вас на чашку кави нашої.